Чтобы поднять нашу промышленность, нужны специалисты, профессионалы высокого уровня. Поэтому тут, как и везде, нужно проводить конкурсы, какие-то учебные заведения должны быть для них, чтобы преподавали, ну, лучшие специалисты. Дело в том, что когда началась перестройка, заводы, фабрики остановились, люди пошли в основном бизнес, профессионалы отовсюду, со всех отраслей, со всех профессий, они ушли в бизнес. Вот. И сейчас желательно бы их вернуть. Вот какой-то клич бросить, что ребята, возвращайтесь, вы нам нужны. Я думаю, что многие откликнутся. Не все, конечно. У кого хорошее место, теплое, они не уйдут. А у кого, может быть, либо талант их позовет, либо какой-то стимул, может быть, материальный. Ну, нужно заинтересовать их и бросить клич, чтобы они вернулись в промышленность. И учить молодое поколение, чтобы будущее было у нашей промышленности.